Полегче. Какая же Синди милая. Начинается. Последнее время она помогала нам изо всех сил. Наверняка у нее нашлись бы дела поинтереснее. И все напрасно. Я жалею, что отказался от той машины. Та машина не регалия. Это было бы нечестно. Синди уже большая девочка. Думаешь, скоро она снова позвонит? Скоро? Я смотрю, ты уже заждался, ловелас. Пошли! Нет, это плохо. Бежим отсюда. Я готов! Бабы, чё боку? Да пошёл ты! Опять? Не сидится нам на месте. Базу, на базу, пацаны. Он. Добрались. Так, а что за... Тренировочный. Провоцируешь, да? Ну что? Ловить.
Да. Пока. Легче. Думаешь, я забыл блестяшечку? Не люблю диких зверей! Я больше по-домашнему! Время убивать! Прощай! Знал, что на тебя можно положить! Сейчас назад! Вперед! Угу. Пошли! Магитек-двигатель! Совсем близко! Спасибо, что подвез. Отличная краска выйдет. Здорово, наверное. Нок, ты сам попробуй! Нет, тебя уже все слышали. Все еще не могу дозвониться. Видимо, она не может ответить. Я же сказал ей, чтобы она ждала звонка. Надеюсь, с ней все в порядке. Потанцуем! Что здесь так? Я рисовал. Спасибо за поездку. Это... А это вот, да-да. Полегче. Ха!
Магитех двигатель. Совсем близко. Не. Это мне заинтересовано. Приступим. Ага. Почему бы и не надрать тебе задницу? Мне это не надо. Никто не рискует. Хочу не дочь. Как ты? Да, это действительно. Это как в этой игре, блять, шотает? Сука, шотает. Я понял. А, типа в спину, короче, надо. Осторожно, они гиблет, я. Драка будет нелегкая. Мы на такое не рассчитывали. Когда я прилетаю. Ага. Да не вот сейчас же я, блядь, сюда прилетел. Так, парни, победа уже близка. Только не умирайте. Просто деть Гладио. Какие да? Отлично, Гладио. Давай, пока. Я постараюсь. Да у нас тут у всех дела. Просто внимание. Черт. Это дерзкое. Все висело на волоске. Хорошо, что он не оборвался. Мы живы, и это главное. Дела. Пошли! Пил еще кобу, нас пиздило так. Там просто всех. Цитадель. Мобильная цитадель. Хотя стены с виду не очень-то мобильные. Это укрепление времен старой войны. Имперская армия удачно ими воспользовалась. Надо подумать, как идти. Спасибо за поездку. Мы на месте. Я весь липкий и грязный. Будем купаться!
пожестче жатвы. От хп 2. Да вот это вот. Это вот. А вот это неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Да это же... Это же... Что? Ничего, показалось. Игнес, есть светлые идеи? Есть темные, я бы сказал. Глупо лезть на эту базу в лоб. Зато ночью, под покровом темноты, мы сможем пробраться туда незаметно. А сейчас? Выясним все, что можно про планировку базы и прикинем, где они держат регалию. Я проанализирую все данные и найду, как проникнуть на базу. Хорошая мысль. И мы вернем нашу регалию. Наша цель – регалия. Драться со всем гарнизоном не в наших интересах. Никому не попадайтесь на глаза. Значит, надо успеть до рассвета. Именно. Даже если мы не доберемся до регалии, оставаться там будет нельзя. Вместе по моему сигналу. А пока ждем. 3, 2, 1. Пошли. Ну? О, вот это мне... Что это было?
Здесь торчать нет смысла. Согласен. Первал всех. Даром что договаривать. Стой. Что такое? Прожектор. Порядок. Будь осторожен. Ладно. Спасибо. Эй! Что надо, робот? Лечься. Ты меня не... Он ушел. Магитех механоид. С ними лучше не связываться. А нам и не придется, если нас не заметят. Точно. Целься в слепую зону, чтобы убить одним ударом. Вот так. Неплохо. Ты не безнадежен. А что, прожектор светит, а я иду. Понятно, здесь закрыто? Открыто. Местная энергостанция? Это какой-то мощный магитех-генератор. Теперь ясно, почему все штурмовики в округе такие крутые. Давайте его сломаем, чтобы больше не прятаться. Слишком опасно. Нам главное найти регалию. Не звука, а то тревогу поднимут. Понял. Хочу магитех сломать. Ах. Не, ну по стелсу это не надо. Вперед! Ага. Тут где-то блестело, я видел. Повыше. Одеть.
А вот и Реали. А вот Регалия. Как же я рад ее видеть. Даже не пострадала, пока была у имперцев. Совсем не похоже на ловушку. Новая задача. Так, ну и чё? Ладно, разъясни путь для регалий. Регалии расчистить. Да, его сейчас. Это было непредвиденно. Будь начеку! Полетите еще меня. Не все! Когда же это кончится? Хочешь, чтобы кончилось? Бей! Цельтесь в энергобаке! Они взорвут всех! Я бы использовал. Это точно стреляет? Нас все равно засекли. Отрывайтесь. Есть, сэр. Вообще похоже на то, что мы скрывались изначально. Вся база к вашим услугам. Крушите всех. Не давайте нам опомниться. Больше хаоса. Я вот угонь перед. Так.
полечите меня, магию. Думаешь, я этого не знаю? Листер. Блестяшечку получил. Да не забыть такое сейчас сделать. Не понимаю. Вот что ты здесь трёшься, если ты меня не резаешь? Спасибо тебе. Легче легкого, а? Ну, теперь уже да. Сегодня мы случайно нанесли серьезный удар Империи. Маршал будет счастлив это услышать.
связи пришел абзац. Абазац. Что, прикольно звучит. Видим базу, ей абзац. Абазац. Я теперь так и буду говорить. Да, абазац, смешно. Я не хочу. Как-то несерьезно звучит. Может, придумаем еще больше абзац? Я первым это придумал, поэтому так и назовем. Абазац. Привыкай. Проще сказать, чем сделать. Абазац. Моя регалия. Парни. Здравствуй, Ноктис. Раус. Ты получил благословение бурь. Но ты не представляешь себе последствия. Эй! Замрите. Все. А ты что такой дерзкий? Ты единственный наследник короны. Узрите же его величие. Все славьте избранного короля. А ты, жалкая имперская крыса, служишь врагу, лишь бы выследить луну? Я не служу, это мне служат. Королевский щит. Можешь не сомневаться. И какой толк от этого щита? Гибель избранного — это тоже судьба. По-моему, хватит. Помощь нужна? От тебя нет. Но я хочу помочь. Каким же образом? Убрав с дороги армию. Ты думаешь, мы в это поверим? В следующий раз встретимся за морем. У нас тут были некоторые дела по божественной части. Верно? До встречи, принц. И удачи. Эй, парни, кто это? Раус Ноксфлёра. Первый сын Тенебры. Старший брат леди Лунафреи. Наконец-то с дескийских дорог исчезли имперские блокпосты. Имперская армия также демонтировала все связанные с ними базы в регионе. Временное правительство Инсомнии прогнозирует затруднение движения на большинстве автотрасс и рекомендует всем жителям воздержаться от поездок до улучшения ситуации. Объясни мне вот что. Это был брат Луны? Верховный главнокомандующий. На войне карьера делается... Даже для тенебрийца в империи. Но зачем ему возглавлять их армию? Какая разница? Он и сам по себе очень опасен. Ого. Если Равусу нужна сила, я покажу ему силу.
Может, отдохнем? Тебя. До Каэма я так и не добралась. Пока вас не было, пришли имперцы. Никто из нас не сказал ни слова про Нокта. Они просто пришли и... Джаред... Что ты хочешь сказать? Что с Джаредом? Мы ничего не могли сделать! Прости. Надо было остаться. Я не смог. Не смог помешать. Им не сойдет это с рук. Империя заплатит за все. Даю слово. Я в тебя верю, принц Ноктис. Я поеду в Каэм и возьму с собой Талката. Мы не можем ничего не делать. Понимаю. Let's go.